Пару слов об этом шоу, которым вы выступали в Берлине. Немножко необычно выступать все-таки в автосалоне. В таком огромном автосалоне. Да, в общем, это что-то новое для нас. Это очень-очень интересно. Но лед очень-очень маленький. И разложить что-то было так тяжело, очень непривычно. Но все, слава богу, хорошо получилось. Мы довольны. Зрители тоже довольны, самое главное. У вас с Плющенко не удалось пообщаться, он тоже выступал вот на этом шоу, как бы с ним познакомиться не удалось так? Познакомились, конечно, со всеми, но приехали сюда работать, и каждый день мы с утра до вечера проводили здесь на репетициях, не до общения на самом деле было, мы заканчивали репетиции за полночь, мы все уже мертвые, просто возвращались в свои номера, и в чем вот самая большая разница между шоу и соревнованиями? В чем вот самая большая разница для вас? Меньше напряжения психологического или тоже оно присутствует? Оно тоже присутствует, безусловно. Но совершенно по-другому. Все даже сложно ответить, что настолько несравнимые вещи. И от того, и от другого получаешь большое удовольствие, но абсолютно разное. И на том, и на другом большое присутствует волнение больше и больше или меньше степени. Но оно опять-таки разное. Но вы сегодня показывали вот свой оригинальный танец, да, один раз, вот сейчас будет второй раз еще. Здесь приходится его немножко по-другому показывать, потому что все-таки лед намного меньше, да? Поставили все по-другому, и там брали некоторые вещи, другие поставили больше поддержки, потому что более интересно, чем будет все технически. И конечно, самый большой проблем, что лед очень маленький. Очень. Вы можете посмотреть, это совсем маленький. Вот здесь внизу. Вот там. Хорошо, это уже в другой раз посмотрим. А как публика вчера воспринимала вообще? Публика такие, автомобилисты пришли. Насколько они полюбили фигурное катание? Да. Мы ожидали слабой реакции. Думаю, наоборот, было хорошо. А сегодня, люди приехали, видимо, посмотреть на машины и фигурное катание. Хотя вообще мы понимали, что не очень много народа, естественно, как говорили на стадионе, там народу. Вам как бы доводилось уже вам выступать и при минус 15 градусах на шоу? Тоже было такое было? Это было в Швейцарии? А как вот вообще вот на этом шоу вы ходили практически, наверное, одеты по-зимнему? Мы были одеты, на самом деле, абсолютно как в самом. Чувствую себя немножко Дед Морозами, можно сказать. Или Снегурочка. Снегурочка. Дед Мороз. Хорошо, спасибо.